Канарская Ярослава, я из Германии. Я фармацевт-технолог, работаю в области косметологии и перманентного макияжа. Все свое свободное время я посвящаю своим детям. Дети – это самое важное в моей жизни, и поэтому я их очень люблю. О Елене Нечаевой я узнала из интернета, когда искала ответы на свои вопросы. Я наткнулась на кучу роликов с большой информацией, которая была вообще-то никому не доступна, но в свободном доступе оказалась в интернете. Я подумала, что можно поискать еще более глубокий материал, больше информации, начала смотреть и следить за ней. Окончив свою учебу, я начала работать в фармацевте в аптеке. А проработав там 5 лет, параллельно развивалась в сфере косметологии. В работе фармацевта мне все нравилось, но я никогда не хотела иметь собственную аптеку, но в то же время не хотела на кого-то работать. Я хотела быть независимой, и поэтому я перешла постепенно, плавно, только на косметологию перманентную. Я выбрала Лену Нечаеву как преподавателя в этой сфере, потому что она была очень простая, как мне показалось, это и было на самом деле так. Она открыто говорила на все темы, не пыталась продать свой аппарат или свои иглы или еще что. Я приехала к ней со знаниями и получила это. До того, как приехать к Лене, я не умела делать много вещей, многих вещей боялась и не знала, как правильно это делать. Допустим, постановка рук, натягивание кожи. Боялась делать губы, потому что боялась, что они будут кривые или какие-то будут синяки или еще что-то. Изменилось все, у меня есть уверенность. Я не боюсь больше делать эти вещи. Я научилась делать многие вещи, которые я думала, я делаю правильно, но это было не так. Я научилась их теперь делать правильно. Если взять мои работы до курса, сравнить такие же работы после, то будет видно, что и по времени делается намного быстрее, и увереннее исполняется работа. А в первый день обучения мы делали брови в разных формах, азиатская, смешанная укладка. Второй день был полностью посвящен губам, потом был день век, потом был смешанный день. Все у нас было. Самое яркое впечатление за весь курс было, когда я увидела Лену вживую. Первый момент, когда она открыла двери, я ее видела. Она запрыгнула в комнату, прямо из YouTube, прямо в комнату. Первые мои ощущения при процедурах, в которых я была не уверена. Лена всегда помогала, и такой бешеной неуверенности в чем-то у меня не было. Школа Елены Нечаевой дала мне уверенность, чтобы добиться, в конце концов, хорошего результата. Елена Нечаева – прекрасный педагог. Я оцениваю работу Лены на 5. А если вы не уверены в себе, делаете кучу плохих работ, кучу коррекций после каждой процедуры, то я вам очень рекомендую посетить эту школу.